Всем доброе утро. Я уже проснулась. У нас уже 10:30, без 12:01. Я встала. Уже Игорь еще спит. Мы легли в 5:00. Да, Игорь уже в 5:00? К нему муха приколебалась. Что, тебе муха доканывает? Муха доканывает? Она прям на тебя какой раз садится? Вот, и я, в принципе, выспалась за это время, 10:30 встала, сейчас у меня много работы, надо активизироваться, и я заметила, как фигово смывается эта тушь. Ужас. Смотрите, это еще умывалось. Трэш. Вот, короче, я уже встала, сейчас монтирую влог, получился такой длинный, прям сейчас там все загружается, еще монтируется. Очень круто вчера посидели, спасибо ребятам, прям супер. Я ссылки, ребят, на соцсети оставлю, если вам интересно посмотреть. Там, по-моему, Таня фотки выкладывала. Вот. Поэтому очень круто провели вечер и познакомились с Настиной сестрой. Уже давно хотели познакомиться. Вот, да и вообще так увиделись, потому что, как я вчера говорила, Дима скоро уходит в армию. Получается, что ребята сейчас на 4-м курсе оба. И вот они заканчивают учебу буквально в июне. И Диму в июле, скорее всего, уже забирают в армию. Поэтому хотим почаще встречаться. Сейчас туда-сюда, ребята, через 2 недельки где-то уже уедут в Ольховку. Они там побудут. Вот, потому что уже, ну, все дела будут сделаны. Вот, они уедут туда. Чтобы тут не сидеть все-таки. Сейчас какие-то дела порешают. Поэтому, получается, сейчас туда-сюда они уедут. И потом мы только прям поедем туда на проводы. Так что, представляете, как... Грустненько. У нас, конечно, была с Димой уже такая долгая разлука. Это когда мы в Краснодар уехали, мы долго не виделись. Но все равно как-то так, не знаю, морально все это тяжело. У меня был опыт ждать парня из армии. Я знаю, что это такое. Так что котик сидит такой мечтательный. Так что мы кайфуем в плане почаще видимся. Вот из-за карантина они долго там были, мы не виделись. Решили так собраться. Провести время. Я сейчас буду монтировать. Уже буду сейчас компьютер себе нести. Надо позавтракать, умыться. Ну, в общем, вся такая привычная рутина. Газонокосилка второй день работает. Прям порядок наводит. Это круто. Так что я вам желаю хорошего дня. Почаще встречаться с родными. Мы же вчера купили Рафаэлу малина. Попробовали все вчера по одной штучке. И вот разделили вчера пачку. Блин, ну, прикольно. Кстати, такая кисленькая. И вкус интересный. Мне понравилось. Не зря такое купили. Попробовать все-таки стоит. Конечно, классическая, наверное, вкуснее для меня. Вот. Но, в принципе, блин, тоже очень интересный вкус. Я бы даже еще купила такую пачку. Так что попробуйте. Если у вас продается. Да, я думаю, есть. Хоть и пишут ограниченная версия, но везде еще продают активно. Идет. На хлебник. Раз. Ресли? Вчера скучал по нам. Мы приехали. Он такой тут голодный. Сколько ни корми, все это не помогает. Уже, ну, вернее, я завтракаю, потому что Игорь не хочет. И мне очень хорошо после вчерашнего. Хоть немножко выпил, да, но что-то как-то... В общем, у нас кэмэзмен, кофе. У меня бутерброд с огурцом. И, блин... Вкусно. Всем приятного аппетита. Мы собираемся идти на улицу. Хотя надо было сказать, мы уже. Я сказала, мы. Мы собираемся идти на улицу. Мне пришла карта Сбербанка. Нужно ее забрать. И... Чем? Куда мы еще идем? На рынок. На рынок. Вот. И я уже достала. Я уже... После того, как Дима вчера сказал, что я постоянно говорю «мы уже», я теперь задумываюсь и действительно слышу, очень часто говорю это слово. Я достала свою вот эту рубашку, если вы ее помните, она очень классная. Это мои лучшие рубашки, которые у меня были. Они мягкие. Они... Реклама! Дима всегда смеется, когда я что-то долго объясняю, он говорит, где тут кнопка «пропустить». Они такие мягенькие. И, блин, я считаю, что она немножко как-то скрадывает животик, немножко стройнит.
принт такой нормальный, не прям такой, знаете, бабский, как есть вот на полных девушек, а нормальный такой, пуговички, замочки, она такая мягкая, она хлопок. Ну да, я думаю, да, хлопок. Она настолько мягенькая, мне вообще не жарко. Вот, я уже достала ее, потому что настолько тепло, что уже можно ходить так, так непривычно. Когда ты проводишь весну на улице, ты постепенно, да, раздеваешься, там меньше, меньше одежды. А когда мы сидели на карантине, выходишь, и уже, оказывается, можно так ходить, и уже тепло, то это, конечно, поинтереснее. Надо не забыть за маски, там что там надо взять. Вчера смотрела, сколько у нас стоят маски в пятерочке, 300 рублей 10 штук. Пипец, если честно, если учесть, что раньше они стоили копейки. Не знаю. По карте, без карты. Так что мы одеваемся, идем. Что, ты будешь зашивать, что ли? Да. О, Игорь как швея у меня. Кстати, он такой самостоятельный мужчина, он сам себе зашивает. Жена не нужна, нормально. Этот влог я назову «Игорь не нужна жена». Ну, на самом деле, блин, а что тут такого? Мы полноценно оба работаем. Я работаю много, он работает. Если у него там есть дома возможность, он свободен, почему он не может себе что-то зашить или что-то убрать, помочь, почему? Нет, я за то, чтобы как-то наравне. Даже, блин, более того, мужчина где-то даже, если мужчина свободен, например, выходной, может девушке помочь там своей жене. Я к этому нормально отношусь. Ну, вообще, наверное, это моя... Я против. Наверное, это моя это оправдание. Может, я немного ленива. Не знаю. Немного сильно. Пусть делает. Пусть делает дела, и каждый человек, мне кажется, по себе должен развиваться и все уметь. Все в жизни бывает. Некоторые мужики остаются одни, бабы одни остаются, и все должны уметь. Без мужей и без жен. Но это моя теория и логика. Смотрите, как у нас котик сидит там. Котик. Приспособился как-то, там идут две балки, я сейчас вам покажу. Приспособился между ними сидеть. Неудобно, бедного, она лапа там. Ну, неудобно, да, тебе? Игорь предлагал ему тут какую-нибудь досочку сделать. Видите, у него одна лапа вон там, одна здесь и две лапки тут. Котик, птички там, да? Ты маленькая моя белка. Сидит. Так зелено за окном, супер. Купили мороженое, у меня вот такой пломбир-сэндвич с бананом. Блин, прикольное. А у Игоря клубничное, покажи. Такое классное, яркое. Будем сейчас пробовать. Обеда. На самом деле, что-то прям так спать хочется. Уже поработали чуть-чуть. Спокойствием, наверное, отдохнем. И вам тоже приятного аппетита, если вы кушаете. Весь вечер оказался таким рабочим и активным. После сна мы проснулись и очень активно. Сейчас 11:30. Я только закончила работать. И мы, наконец-таки, будем ужинать. Но мы ложимся поздно, поэтому ужин в 11 для нас это не поздно. Потому что мы в 3 часа спать ложимся. Так что... что еще хотела сказать? Кушать будем. Я смотрю по пирогову. У нас такой ужин, ребят. Сейчас как покажу вам. Сравненное чувство, когда ты доедаешь шашлык. Я на самом деле на следующий день люблю больше доедать, чем в первый. У меня здесь картошечка, шашлык, еще Игорь какое-то мяско купил и овощи. На самом деле это кажется много, а в жизни это не так много. Всего один кусочек. Ладно, у меня тут ИП Пирогова, у Игоря убойная сила. Мы тут каждый по норкам. Вот, и будем кушать, я буду смотреть, и я еще, причем не закончила работу, еще нахожусь в переписке с клиентом. Так что вам тоже хорошего ужина, вечера и приятного аппетита. Сегодня получился какой-то очень короткий влог, я уже искупалась, и так дела поделали, стирку развесили, я не знаю, чем-то таким занимались, вечер быстро прошел. Что работы еще много было. Вот. И сейчас хочу уже, наверное, ложиться спать. Уже 2 часа ночи. Вот. Так что хочу вам сказать спокойной ночи. И всем спасибо, что вы смотрите, ставите классы, подписываетесь. Мне очень приятно. Так что спасибо. Всем спокойной ночи. Хорошего дня, если у вас день. И всем пока.